настаивают на своем выступлении. У меня записавшиеся есть. Раз. Два. Дайте им слово. И подводим, потому что у нас, я вам еще сказала, у нас есть два доклада, у нас есть видеозапись, мы все это включим в общую запись по конференции, выставим на нашем сайте. И, да, хорошо, три человека. Пожалуйста, кто у нас с кем? Здесь было сказано про все, за все, но конкретно, наверное, бы сказал за артиста цирка, что-то сегодня мало кто говорит. Единственное, вот он сказал, что в каких условиях живут артисты цирка сегодня. Мы все говорим о ком? Администрация, финансы, все это. Вот, вы знаете, усиление. Правильно он сказал, Володя? 90% наши. Да, гордость, позор. Позор наш, что мы не можем дать, Виталик, условия нашим артистам, чтобы они туда не входили, а здесь работали в хороших условиях и хорошую базу создать для подготовки их. Если сегодня мне скажете, что есть у нас в Росгосцирке база для подготовки хорошего артиста цирка, не поверю. Для акробатов нет. Ну приезжай тогда ко мне в коллектив, посмотришь, как у меня проходят все репетиции. Базу, я говорю, за базу. Вот так. Хорошо, что у тебя есть мини-трамплины. У меня говорил Сосин, если я подготовлю за 3 месяца, а ты за месяц такого же акробата, прекрасна у тебя школа. И дай тебе Бог здоровья, что у тебя прекрасная школа. Приеду посмотреть, я любитель. Поэтому, сегодня, вот хорошо наш коллега сказал, нигде ничего не сказали с Украины, что там... А всех пролетело нашего руководства, что там у них развито хорошо художественная самодеятельность, любительские цирки. Откуда они берут и пополняют цирк? Сегодня спорта нет. Вот они есть спортсмены, вот он сидит. Со спортом он сегодня не возьмет. Любители есть, и у нас громадно, то их нужно готовить, для них нужна база, чтобы для подготовки было, вот он сел на репетиционный период. Если в него будет дорожка, если в него будут батуты, если в него все будет, он подготовит за полгода. Но на лонже таскать мы отстали на 50 лет теми мерками. И для этого я считаю, что у нас союз цирковых деятелей большое внимание уделяет любительским циркам. И дать им дорогу, создавать фестивали, им помогать, наверное, больше всего, и российской государственной цирковой компании уделять внимание любительским циркам. Тогда у нас будет все прекрасно и все хорошо, поверьте. И если для артистов цирка будут созданы хорошие гостиницы и хорошие цирки, как у нас сейчас, извините, может быть некорректно, что по всей России сделаны хорошие туалеты. Куда не зайдешь. Но так давайте, чтобы мы куда не приехали в цирк, артисты цирка, была хорошая гостиница, хороший цирк. И тогда и у нас будут работать. А у нас есть и хотят работать цирки. Спасибо. Подождите, вы не сказали о предстоящем фестивале. Значит, здесь будем делать, у нас наш союз цирковых деятелей, я сказал, что громадно уделяем внимание. Будем проводить мы и фестиваль, и будем... Гранты вручать, это мы еще будем обговаривать с Эмилием Ильичем на заседании, Татьяна Георгиевна, чтобы действительно не приехали руководители на бюро, и что-то они должны с этого иметь. Если они будут с этого иметь, вот, как вы сказали, на фестивалях, на крупных, это у нас пойдет. Я думаю, что у нас этот вопрос пойдет, потому что этим мы занимаемся и будем заниматься. Наш союз цирковых деятелей... По всем отделам работаем. Работаем и по пенсионным вопросам. Здесь сказали, что 15 лет название. Нет. Мы ходили, Эмиль Ильич знает, нас уже подвели к балету. 10 лет стаж, но не 15 лет стаж. И можете подавать название. Этим занимался Эмиль Ильич, он дал мне поручение, я этим занимался. Поэтому уже есть дополнение к этому, чтобы это кто сделал. Спасибо.